Это жена мне говорит. Вот люди с Ельциным в теннис играли. У них теперь виллы на Гавайях. А ты так и помрешь в маленькой комнате с видом на большую помойку. Ну, правильно теперь. Многие теннисисты в розыске. Я о чем мне делать? Она говорит, слушай, к нам в город Путин приезжает. Я тебе купила горные лыжи. И показывает две деревяшки. Я говорю, это ж не лыжи, это ж какое-то недоразумение. Сам ты недоразумение. Ты в дом, кроме насморка, ничего не принес. Эти лыжи я у соседа купила. Он на них еще до войны катался. Я с Наполеоном, что ли? Она говорит, слушай меня. Зароешься в сугроб. Вот тебе термос с чаем. Я говорю, может, лучше с водкой? А ты вчера в гостях выпил, забыл, как тебя зовут. Откликался на имя Шарик. Запомни, выскочишь из сугроба, попросишь у Путина коттедж. Я говорю, коттедж? Он с двумя «т» пишется. Она говорит, с тремя «ж». Ты же не писать будешь, а просить. Я говорю, вспомнил, я ж кататься не умею. Может, мне лучше дзюдо заняться? Кретин, ты с кровати упал, неделю встать не смог. А если он тебя через плечо кинет? У него черный пояс, у тебя будут белые тапочки. На, иди поешь в последний раз перед смертью. Перед катанием иди. Ну, я выхожу из подъезда, навстречу Толик. Он говорит, ты куда? Я с Путиным кататься. У Толика аж глаза забегали по всему лесу. Коттедж у него хочу попросить. С тремя же. Вот возьми меня с собой. У меня санки есть. Я говорю, на санках Кириенко катается. И потом одних санок мало. Нужен термос. Не успел рассказать про термос. У меня уже все три. И все три с водкой. Ну, вдвоем-то все-таки веселее. Два коттеджа можно попросить. Шестью же. А у нас, ну, к приезду Путина такой подъемник в гору сделали. Ну, раньше как? Три дня взбираешься, потом пять минут едешь. Теперь пять минут поднимаешься и три дня едешь. Потому что у каждого столба документы проверяют. Все охранники в спортивной форме, чтобы их никто узнать не мог. Но с погонами. И друг к другу обращается старший капитан, старший майор. Мне говорит, товарищ кретин, товарищ лыжник, ваши документы. А я по ошибке паспорт жены взял. Они так на нас с Толиком посмотрели, Толику говорят. Жена ваша, извиняюсь за выражение, беременна, а вы ее на горнолыжную прогулку взяли. Будьте осторожны. А там на горе кого только нет, наш мэр. С лыжными палками, но на санках. Губернатор, здоровый мужик, у него вместо лыж два сноуборда. Модельер наш знаменитый оделся в год козы, как горный козел. Весь серым, на голове рога. Ну, короче, залезли мы с Толиком в сугроб. Смотрю, он уже один термос вынимает. Я говорю, ты че? Ну, надо ж выпить за новоселье. Ну, короче, выпили мы за новоселье. За коттедж. Вместе, отдельно, за возрождение России и выскочили из сугроба, когда он уже растаял. И никого вокруг не было. Пришли домой, жена мне говорит, слушай, Путин уже в Сочи. Я тебе купила маску и трубку. Запомни, вынырнешь у катера, попросишь у Путина дачу в море. Ну чего, выхожу я из подъезда, а навстречу Толик. Ну а дальше-то вы уже и сами знаете.